По предварительным данным, 9 детей, воспитанников Красноборского детского дома вместе с учителем вышли в лес для заготовки березовых веников. Трое из них отделились от группы, чтобы искупаться. В результате двоих ребят 2002 и 2005 годов рождения так и не нашли. Поисковая операция была начата вчера вечером, сразу после того, как поступило сообщение от детей на реке. Были привлечены спасатели из Котласа и Коряжмы, специалисты ГИМС. Вчера же по распоряжению губернатора в Красноборский район выехал министр образования и науки области Игорь Скубенко. Сегодня на селекторном совещании глава региона сообщил, что сформирован штаб по поиску детей, а для всех руководителей муниципалитетов и профильных направлений будет введена персональная ответственность за организацию работы по отдыху детей. Я сегодня уже поручил, мы подготовим соответствующий указ губернатора, который обяжет вас провести весь комплекс мероприятий со всеми ответственными лицами. Я обращаю внимание, конечно, прежде всего, глав муниципальных образований, их заместителей, отвечающих за этот блок вопросов, и, безусловно, руководителей всех социальных и образовательных учреждений области о персональной ответственности за выполнение всех требований по организации и проведению досуга и отдыха, прежде всего, детей. Директор Красноборского детского дома отстранена от должности. Проводится служебное расследование.